Всем привет, друзья! Привет из Абхазии. Вы на канале «Планета Земля». С вами Татьяна Панова. Мы уезжаем из Гагры обычной маршруткой и добираемся до Нового Афона. Проезд от Гагры до Нового Афона 200 рублей на человека. Вот сейчас посмотрим, какая будет дорога. Какой сад, смотрите, друзья, красота. Ирин, да, видишь? Так, друзья, приехали мы на маршрутке, по 200 рублей заплатили. Гагра, Новый Афон, всего час езды. И наше путешествие продолжается по Новому Афону. С правой стороны у нас знаменитый монастырь, мы туда обязательно пойдем. С левой стороны гора Иверская, на которой мы будем жить. Вот смотрите, друзья, с левой стороны, Ирин, вон она. Сейчас я вам поближе покажу. Вот там на горе мы будем жить. Водопады тут же рядом знаменитые. Монастырь, да? Да, вот этот монастырь мы туда обязательно с тобой сходим. В общем, наши приключения и путешествия продолжаются. Фух, поднялись мы вот оттуда. Здесь у нас касса пещеры. Нас тут встречают. Сейчас подойдем к кафешке. И вот где-то внизу была остановка. И мы пришли. Поднялись вверх. Смотрите, друзья, мандарины, апельсины. Во дворе. И море. А с левой стороны монастырь. Народу много. Выходные дни. Работает пещера. Сейчас пока пятница, суббота, воскресенье.